20 июля на площади концертно-спортивного комплекса состоится первый в городе фестиваль цветов «Цветущий город», который объединит флористические мастер-классы, лекции, детскую игровую зону, ярмарку товаров садоводства и многое другое. Проект реализуется при поддержке топливной компании ТВЭЛ в рамках народной программы городских изменений «Радиус доверия 2024». Наша съемочная группа побывала на выездном заседании по организации мероприятия. Подробности в сюжете Олеси Просвириной. Уже в эти выходные, в субботу, в Новоуральске пройдет фестиваль цветов «Цветущий город», приуроченный к 70-летию Новоуральска и 75-летию УЭХК. А сегодня, 18 июля, прошел организационный комитет по этому праздничному мероприятию. Мы продолжаем в 2024 году череду праздников, приуроченных к юбилею города, к юбилею комбината. И этот праздник уникален тем, что инициатива о его проведении пошла от общественных организаций, от ПОМ УЭХК. Когда мы начинали только планировать все мероприятия на год, это был вообще конец 23-го года, вышли с этим предложением. И, конечно же, интересное мероприятие, яркое, необычное, впервые проводится в нашем городе. Конечно же, поддержали, подключили ресурсы бюджетных учреждений и уверены, что праздник получится добрым, хорошим, теплым, ярким и цветущим. Представители профсоюзной организации неработающих пенсионеров УЭХК, флористы и концертно-спортивный комплекс объединились с одной целью – провести в городе уникальное событие. У всех желающих будет возможность принять участие в создании арт-объекта «Юбилейная клумба». Не оставят без внимания и ежегодную выставку цветов ПОНПА. Идея была, конечно, порадовать город необычным фестивалем, потому что такого фестиваля еще не было никогда в городе. А мы напоминаем, что фестиваль «Цветущий город» проводится впервые и организован с помощью грантовой поддержки АО «ТВЭЛ». Он вошел в программу «Радиус доверия 2024». Олеся Просвернина, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания.